А теперь давайте рассмотрим мои покупочки из магазина FixPress поподробнее. Буду рандомно вытаскивать все из пакета. Вот такая корзиночка. Очень мне понравилась. Органайзер для хранения. Корзинка Sweet Home. Из чего сделано, не написано. Вот такая классная корзиночка. Мне очень понравилась. Home Sweet Home. Популярная фразочка в интернете на разных предметах для дома. Я думаю, в нее можно все что угодно сорганизовать. Стоило 199 рублей тут по этикеточке. Не все я помню, сколько что стоит, но здесь этикеточка осталась. И получается, есть какая-то серия эко-френдли в фикс-прайсе. Забота об окружающей среде. Очень она мне приглянулась. Наверное, возможно, я еще заодно и вернусь. Здесь ручки есть вот такие. А также есть крючочек, куда можно повесить на стену. Мне кажется, очень классная, универсальная штучка. Скоро у нас планируется семейный праздник, и мне захотелось купить что-то для праздничного оформления. И увидела я вот такую серию салфеточки. Обычные большие салфетки. Ну, так как человек взрослый, поэтому такая не сильно какая-то веселая, пестрая расцветка. А более для взрослого человека. Салфеточки. И тоже из этой же серии, из этой же цветовой гаммы, вот такие вот колпачки. Это уже, ну, может быть, для детей, а может быть, для взрослых. То, в общем-то, мне очень даже приглянулось. Такие штучки для того, чтобы праздник был более веселый, комфортный и интересный. Также для праздника здесь у меня в пакетике еще есть вот такие гирлянды. Посмотрите, какие классные, чудесные гирлянды. 4 метра. Здесь под золото. Она так растягивается на веревочке. Одна под золото. И вторая точно такая же под серебро. Очень классная. Ну и стоило что-то, не помню. Тоже, по-моему, на скидке, не помню. Может, 40, может, 50 рублей. Но для праздничного оформления, мне кажется, просто супер. Вот такие у меня есть любимые салфеточки в магазине FixPrice. Всегда, когда я туда иду, обязательно прикупаю про запас.
влажные детские салфетки Кате Soft Care. 20 штучек упаковки. Они очень классные, идут на любые твои нужды, на какие ты только можешь себе придумать. Не вызывают раздражения. Всегда есть на работе, дома, в сумочке. Очень их люблю. К сожалению, к удивлению, хотя какое сейчас удивление, только сожаление, стоили они 18 рублей в последнее время. Сейчас они подорожали и теперь стоят 25. Ну, ничего не поделаешь, товар классный, приходится покупать, потому что это что-то из категории первой необходимости. Очень-очень советую к ним приглядеться. Есть такие же большие упаковки влажных салфеток. Конечно, большие упаковки не очень удобны в плане того, что они быстро высыхают, так как клапан плохо закрывается. Вот этот вот объем салфеток самый-самый лучший, классный. А, то есть они всегда успевают сохраняться, пока вы их не используете. Очень советую приглядеться. Покупочка для начинающего, и не только начинающего, блогера или просто любителя фотографировать. Кольцевая лампа со штативом, с кабелем USB. Регулируемая высота. Еще не пробовала, но так как я люблю фоткать, снимать что-то, мне очень понравилась вот такая покупочка в фикс-прайсе. Я, конечно, мимо не смогла пройти. Так что будем пробовать. Лампа отлично подходит для фото и видеосъемки, разборная инструкция. Ну, в общем-то, вот такая вот штучка. Честно говоря, не помню, сколько стоит. Куда-то я чеки подевала. Но если вы любите, занимаетесь, то, может быть, в каких-то запрещенных сетях фотографировать, или для незапрещенных сетей, для ВКонтакте или Телеграмчика фоткаете себе что-то там интересное по тематике. Так что вот такая недорогая аппаратура появилась в фикс-прайсе. Продолжаем. Осталось совсем-совсем немножко. Немножечко странная покупочка, но мне почему-то очень хотелось ее купить. Контейнер складной для продуктов, для вообще всего чего угодно, для хранения, для просто там покушать. Или, например, классно взять такой контейнер, может быть, с собой куда-то в дорогу. Мне больше всего понравилось, что здесь вот такие вот крышечки не закручиваются, а именно вот заклепываются. Это крайне-крайне удобно на контейнерах. Это точно у тебя продукты твои никуда не денутся. Не откроется ничего в сумочке. Вот такая вот розовенькая красота. Мне прям очень понравилось. Не знаю, насколько это все полезно, но я не планирую здесь, конечно, ничего греть в микроволновке. А вот, например, для салатиков, там еще для каких-то таких продуктов не нагревательных. Вот я именно с такой целью прикупила. Или, опять же, брать с собой там на работу куда-то, или, опять же, брать с собой в дорогу. То есть такое вообще минимальное место у вас будет занимать. Это очень-очень классно. И из этой же серии тоже я взяла на подарок вот такую кружечку. Нет, не кружечка, а стакан. Стакан складной, тоже с такого же материала. Ну, это как бы вариант а-ля походный, да? Здесь вот можно так пить. Пить, да, есть. И опять же тоже она так раскладывается. Раскладывается. Смотрите, как классно. Это фактически как наборчик такой. Ну, тоже взять где-то с собой в дорогу. Знаете, бывает, что там на какие-то стаканчики места нет. А вот такая вот складная конструкция
уместится, и вы всегда можете там все налить, грубо говоря, там, может быть, горячее, то мне, конечно, сомневаюсь, но тут, конечно, и для горячего, и для всего. Но я бы, конечно, использовала это под холодные продукты, под водичку, под сок, под коктейльчик. Вот такие у меня покупочки получились. Все для дома, все для уюта. Фикспрайс я люблю, часто туда забегаю, но до сих пор не сделала еще карточку скидочную Фикспрайса, хотя мне постоянно там продавцы напоминают: а у вас есть карточка, у вас есть карточка? А я как-то, знаете, на Фикспрайсе к своей глупости-то и не экономлю. Вот так вот. Всем большое спасибо за просмотр, за лайк, и до встречи в новых видео.